Возле стадиона Сатурн много зелени, много зелени. Кругом зелень. Начало осени, 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 осени. Вот она. Сатурн. Сатурн. Многоэтажка шикарная. Улица Свободы. И вот вдали деревья лесопарка Восьмидорожье. Ну, зелени. Воздух приятный такой. Даже немножко сосной где-то отдает. В далеком прошлом на месте стадиона Сатурн росли сосны. Потом это все выкорчевали под строительство, оставили парк Восьмидорожье, вот заасфальтировали площадку. Здесь цирк часто приезжает. В этом году его не было, в прошлом был. Вот это такой стадион Сатурн. А, эть. Сатурн. А рядом маленький там стадион для тренировок тут. Команды там юношеские, детские, взрослые всякие играют там. Вот сейчас мы подойдем, видите, тут поле. Два поля. Большое с трибунами. И тоже большое, но уже с малыми трибунами. Зимой каток устраивает тут ледяной. Класс. О, восточная трибуна. Ну вот, многоэтажечки тут две. И вот березки просматривается в лесу. Вот сосенка, лиственные деревья, сосенки. Сосенки, березки, клены, ну, кустарники разные. Всего понемножку. Вот, а это где малые трибуны стадиона. А вдали квартал Северка. Шикарное место. Травка скошена. Новая нарастет. Будут еще дожди. Будут расти и цветочки, и травки. Вот. И вот мы пришли к многоэтажке. Улица Свободы. Перекрыли асфальт. В прошлом году видел. Весной, это же не помню. Вот такая вот картинка. Все, буду переходить дорожку. И тут ресторан, парк-отель, что-то такое.